Ну что, господа, второй мотор за месяц, от которого остается только колено и шатуны. Значит, смотрим, голова. Просто полный тотал и разрушение. С блоком примерно такая же ситуация. Колено в целом ок. Ну, я бы, конечно, отвез бы его хотя бы полирнуть. Валы, кстати, лучше, чем на боевой. Они еще пойдут. А вот поршни, несмотря на то, что это ковка, CP, уплавились довольно-таки сильно. Вот как-то так. Такая история.